Па-п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 а. Не, все, дружище, ты... Не-не-не, парочка мне, не парочка мне! Пошел нахер! Ты что делаешь-то? Утони, сука! Стреляй. И чё? Иди куда, иди ты что? Ты охренел, что ли? Какой иди на? Ну-ка, вылез быстро оттуда. Это, бля, шуток. Это кто? А, так капитан стреляет правой рукой или дерется правой рукой, я не понял. Я не понял, но было хорошо. Я не понял, но было красиво. Он дал ему с локтя, судя по всему. Он просто напиздел ему с локтя. Просто дай он на вот так вот с локтя ему еще. Ясно. Не, ну в принципе, красные могли победить, если бы не были, блядь, отмороженными на всю голову, потому что они просто в него не попадают. Ебать за... Что ты там попрятал? Что ты там спрятал у себя, ёпты мать? Выйди отсюда, разбийник ты. Извините. Они летают, они приземляются, они начинают есть мои... Это такой звук, как будто тебе прям рядом в ухо только. Прям на ухо тебе. Сука. Его можно только застрелить. Все, больше с ним ничего не сделаешь. Нужно кто-то быстро стреляющий пацан. Кто-то очень быстро стреляющий пацан. Очень, сука, быстро стреляющие пацаны. Давайте сделаем вот так вот. А что, давайте сделаем так. Мушкетчики, они, конечно, хорошие. Но они еще и неплохие. Не знаю, как это сказать. Я зайду с тылу. Там все нормально? Что, блядь? Ебать! Это что сейчас было? Я обосрался, блядь! Это что сейчас было? Раз. Раз. Алло? 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 Давай без него, попробуем. Окей, без него. Вампиры, поехали, давайте. Дом, действительно. Дом. Я вот этих вообще не понимаю. Мне кажется, они совершенно бесполезны. Они просто никчемные, прям полностью. Совершенно бесполезны. Просто никчемные, прям полностью. Так, что у меня по одежде, кстати говоря? Все замечательно, все шикарно, все просто О, У, Э, О. Подставь согласные буквы сам, но чтобы не получилось матных слов. А, как тебе такое? О, У, Э, О. Хотя, ну, опять-таки, это все скриптовое, скорее всего, поэтому метель в любом случае шла, пока бы мы не зашли в будку, не зашли в вышку, не зашли в телефонное радио. Короче говоря, пока бы мы не позвонили, пока бы не прошло какое-то время с тех пор, тогда бы метель так бы дальше и шла, потому что, как бы, ну, типа, он говорил нам, святой отец, что, типа, как бы, слышь, ты что, ты, типа, как бы, сейчас это слышишь, ты, как бы, типа, сейчас ты, как бы, типа, ты, как бы, слышишь, типа, как бы, слышишь, типа, как бы, типа, слышь. Чё он сказал? Все видно, все как на ладони, все полностью просматривается. Как же сильно мешает играть метель, она прям реально напрягает. А так ходишь, смотришь, вон самолет упал, горит, вон клуб горит. Все отлично, все прям прекрасно. Но... Заебись, четко. Не понял. Иди ты... Сейчас мне в обратку свистит. Может, кто-то нашел мою собаку? Просто вот любая паника начнется, и все, это сразу пиздосий. Это сразу лег и сразу умер, и заплакал. А потом умер. А может быть, наоборот. Чал умер, потом заплакал. А может быть, чал умер, а потом лег и заплакал. А может быть, наоборот. Сразу заплакал. И сразу умер. А потом заплакал. И сразу пиздосий. Что? Мы, по идее, кстати... Иди.